Ну, этот вот фестиваль рыбной ухи, ну, в Русне, да? Начинался в 12 часов дня сегодня, в субботу. Сейчас 2:30. Многие уже уехали, а вот от самого Щелутя, это 9 километров, 11, до Русня, вот такая пробка идет с машин. Этот мост в Русне на остров построили в 1974 году. А мост старый Петерсона немцы разрушили при отступлении. Посмотрите, что там творится. Многие оставили машины под мостом. Друзья, вы посмотрите, под мостом сколько машин. Эти все идут и идут на праздник. Мы тоже сейчас подойдем. Там Россия, вот. Вот тот остров впереди, уже Россия. В некоторых местах, если подойти, то, ну, к литовской границе уже можно будет вышку увидеть российскую. Пограничники. Лесники. Не мог мы, че виска с ним мог мы. Кашкок с бардака, Саня. Бесплатно раздают. Нет, где-то столько, что ну, положили банку, туда кладешь сколько можешь и можешь брать уху. Товарищ, у меня бойцы на банку. Там мочёный, то есть мой? Сейчас пойдём.
Ленке больше. Пинегу прошу. Ну пошок, Лиз, пошоке. Давай, давай, давай. Пошок, пошок. Уже одного ведут уже. А люди говорят о бургас. Шунюкас. Дарвенас. Вот, друзья, основание моста старинного, мост Петерса, который немцы разрушили при отступлении. Вот он шел на тот берег. Это я напоминаю, раньше Пруссия была, но мост прусский, там Пруссия и здесь Пруссия, но брали за проезд по мосту на этот остров, деньги брали. Пруссия. Так как мы, ребята, снимали год-два назад это место, ездили, то я сейчас, как всегда, совсем другое буду снимать. Знаменитый бар при Петерсо Тилта, ресторан. Старинная прусская дорога. Атмосфера немецкая, машины немецкие стоят. Магазин Щелутя с Прикиба. Ну там не хостовары, потом еда. Только в Шелутском районе бывает. Там люцеранская церковь, или как некоторые говорят, костел. А я напоминаю, что church, church по-английски церковь. Администрация городская. Архитектура такая деревянная и граничит. Вот с польских пеноблоков здания построили. Это напоминаю дорога на разрушенный мост Петерсон. А тут вот видим советское здание. Водонапорная башня. И там костел, я потом подъеду. Ну, вот дом неподалеку. Лина Пашок. Ну, Полярю спрашь. Ну да, на Итинге. Щелутис, Гатве Девини. Тоже здание советское. Видно, что крышу вот перестраивали. Он по старину сейчас сделали. Трабужи Тейсимас.
просто музыку играют, они поют. Там очередь инвитуалет. Только два тулика видим. Ну вот. Такое. Моя. Жувеня. Идем на набережную. Покушаем. Жувеня. Тут в стародавние времена какой-то дурачок написал вот Ричардас. Еще взяли щи с капусты. Но перед этим хотел бы спеть еще одну песню маленькую нашей команды. Нужна ваша помощь, поможете, не сложно будет. Давайте сначала распоемся. Все очень просто, есть такая мечта. Хотел всегда со сцены попробовать. Смотрите, я кое-что спою, вы повторите, хорошо? Договорились? Внимание. Внимание, все спокойно, приготовились. И класс, еще раз. Класс. Да, в себе поаплодируйте. Тылася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. Заканчиваем наш репортаж. Иду я еще на самокате поснимаю. Русня, Челутя еще поснимаю. В другом видео будет. До новых встреч.